Это Юлия Загороднева, будущий филолог. Девушка решила, что события всероссийского масштаба, которое случается лишь раз в десятилетие, пропустить нельзя. Поэтому теперь она переписчик. Добрый день, перепись населения. Да. Ответьте на несколько вопросов. В этом году на переписи населения впервые применяют цифровые технологии. Каждому переписчику выдали планшет. Туда-то и вносятся все данные, полученные в ходе опроса. Так удобнее и быстрее. Планы Юлии расписаны на месяц вперед, вплоть до 14 ноября. Она должна опросить жильцов 300 помещений на юге Тамбова. Заглянуть нужно в каждую квартиру и каждый частный дом. Если хозяина не оказалось на месте, можно оставить приглашение на перепись в почтовом ящике. Вы находились по этому адресу 1 октября 2021 года? Да. Вы имеете другое место жительства? Нет. В импровизированных переписных листах 33 вопроса, разбитых на два блока. 10 о жилищных условиях, 23 касаются социально-демографических характеристик. Вопросы про национальную принадлежность, про владение языками, про домохозяйство, установить отношения родственные, кто проживает в домохозяйстве, в жилом помещении, и немного о благоустройстве, чтобы потом иметь статистику о том, как у нас население обеспечено, как жители проживают, как обустраивать свой быт. Ожидается, что всероссийская перепись представит точную информацию о количестве жителей каждого населенного пункта, в том числе самых отдаленных уголков страны. От этого показателя зависит финансирование мер социальной поддержки и развитие регионов. Как вы поняли, узнать переписчика довольно легко. Он в фирменном жилете, в шарфе, на котором также написана «Всероссийская перепись 2021». Также при нем должно быть удостоверение и паспорт. При желании вы можете спросить документы. В свою очередь, переписчик от вас не потребует никаких бумаг. Если вы уже приняли участие в переписи на портале госуслуг, а это один из доступных способов, вам останется лишь предъявить переписчику QR-код. Стоит отметить, что это третья перепись в нашей стране. Две предыдущие проходили в 2010 и 2002. Предварительные итоги всероссийской переписи 2021 планируют подвести весной следующего года. Окончательные данные будут опубликованы ближе к концу 2022. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, «Область новостей».